Что ж, далее давайте попробуем ответить вот на такой вопрос. Если Иисус Христос был воистину человек, подлинный человек, то означает ли это, что Он был способен согрешить? Но просто Он старался изо всех сил и смог избежать греха. Христианская церковь придерживается доктрины непогрешимости Иисуса Христа. И здесь вы видите определение непогрешимости. Непогрешимая воля настолько могущественна в определении себя на добро, что она не может быть преодолена никаким искушением ко злу, каким бы сильным это искушение ни было. Вы спросите, ну как это может быть? В случае с человеческой волей Иисуса Христа, если Он был подлинно человеком. Ведь мы с вами настоящие люди, и мы порой склонны выбирать то, что есть добро. Но мы также прекрасно знаем, что и склонны выбирать то, что является злом. И мы также знаем, что искушение порой может оказаться настолько сильным, что мы согрешаем, избираем зло и совершаем зло. Как тогда Иисус может быть подлинно человеком и не испытывать такой же внутренней борьбы, которую испытываем с вами мы? И вот на этот счет все символы веры говорят об одном, что Иисус Христос был подобен нам во всем, кроме греха. И класс, это не только означает то, что Он ни разу не совершил ни одного греха. Это лишь часть этого. Но это также означает и то, что Иисус не виновен в первородном грехе, и также, что Он не обладает греховной природой. Что ж, мы знаем Иисуса Христа как нашего Спасителя. Но когда вы принимаете Христа как своего Спасителя, то ваша греховная природа никуда не девается. Не наступает такого в вашей жизни, что вы не можете согрешить. Вы все еще можете согрешить. Но в чем же разница? А разница вот в чем. Человек без Христа обладает природой, которая склоняет его к совершению греха. И при этом у этого человека нет никаких склонностей к тому, что является добром. Когда же человек обретает спасение, то он не лишается в этот момент своей греховной природы, но он приобретает новую природу, которая теперь уже желает делать то, что является добром. И, к сожалению, новая природа не всегда берет верх над ветхой природой. И я полагаю, что в 7 главе послания к римлянам Павел как раз и говорит о борьбе между ветхой природой и новой природой. Но вот в случае со Христом ветхой природы просто нет. Нет греховной природы, потому что Иисус не совершил ни одного греха, и также в Нем нет первородного греха. Поэтому, когда мы говорим о Христе, мы должны вспомнить об Адаме и Еве, об их состоянии до грехопадения, и добавить к этому божественную природу во всей полноте. Описание говорит о том, что Бог не только не может грешить, но даже и искушаем не может быть. Поэтому те возможности, те способности, которыми обладал Иисус, такие же, как возможности и способности Адама, когда он был только сотворен, и если к нему еще добавить божественную природу во всей полноте. И вот, принимая это все во внимание, церковь утверждает, что невозможно, чтобы Иисус согрешил. И вот в ваших конспектах вы можете найти вот эти две фразы, написанные по латыни. И казалось бы, что они означают одно и то же, но в действительности это совсем не так. Первая фраза «passe non peccare» — эта фраза означает «возможно не согрешить». Вторая же фраза «passe non peccare» означает «невозможно согрешить». И мы не говорим тут об игре слов.
Первая фраза «паса нон пикаре» означает, что такое возможно, что человек не совершит ни одного греха, но также при этом оставляется возможность и совершить грех. Вторая фраза «non passa peccare» означает «невозможно согрешить». То есть ни при каких условиях тот, о ком идет речь, может совершить грех. И как вы видите, здесь написано, как в ваших конспектах, так и на слайде, только вторая фраза подразумевает непогрешимость. Вот вы понимаете, мы не можем говорить о том, что Иисус Христос обладал способностью согрешить, что человек Иисус Христос, скажем, мог согрешить, и также он мог и не согрешить. Просто он воспользовался способностью не согрешить. Нет. Церковь исторически стояла на том, что Христос непогрешим, что он даже не обладал способностью совершить грех. Что ж, теперь давайте рассмотрим с вами свидетельства и аргументы, которые использовались на протяжении веков в защиту того, что Иисус действительно был непогрешим. И вы увидите, когда мы с вами будем обсуждать третий пункт, а именно то, каково внутреннее устройство личности Христа, из чего состоит его сущность. И мы должны сказать о том, что божественная природа Иисуса Христа непогрешима и неискушаема. Но что касается человеческой природы Иисуса Христа, то она и погрешима, и искушаема. Но, класс, помните о том, что Иисус Христос это не одна лишь божественная природа. И точно так же физическая природа Иисуса Христа — это не весь Иисус Христос. И когда вы размышляете об Иисусе Христе, вы должны понимать, что Он одновременно имеет и божественную природу, и человеческую природу. Именно поэтому, когда мы с вами говорили об ипостасном единстве Иисуса Христа, мы говорили о том, что есть истинное единство двух природ в Иисусе Христе. Иисус Христос поступает как единая, целостная личность. Он не ведет себя то как Бог, то как человек. Хорошо, но при этом возникает еще один вопрос, и мы его вскоре обсудим. Когда две природы объединены в одной богочеловеческой личности, то божественная природа контролирует человеческую. Поэтому следует сказать следующее. Хотя Христос имел погрешимую человеческую природу, Он был непогрешимой личностью. Вот Иисус Христос, как цельная личность, не мог согрешить. И вот какой далее возникает у нас вопрос. Почему в этом случае божественная природа Христа определяет, как поступит его человеческая природа? Но в других случаях человеческой природе позволено поступать соответственно ей. И классический пример. Вы помните, Иисус говорит о том, что никто не знает, включая Его самого, только Отец, когда Он возвратится. И как мы уже говорили, вот эти слова Иисуса Христа о незнании времени своего возвращения свидетельствуют о том, что Он не знал этого и не мог этого знать по своей человеческой природе. И вот перед нами случай, когда человеческая природа Иисуса Христа, скажем так, берет верх, и Его божественная природа не передает информацию о времени Его возвращения человеческой природе. Вот если в этом случае, относительно этого вопроса, ограничением человеческой природы Иисуса Христа было позволено, скажем так, возыметь верх, выйти вперед, явить себя, то почему в этом случае, в случае греха и искушений, этого не происходит?
Что ж, сейчас мы дадим ответ. И ответ, кстати, записан в ваших конспектах. Это не грех не знать времени своего возвращения. И неважно, о ком идет речь, идет ли речь о вас или обо мне, или об Иисусе Христе. Поэтому, если божественная природа в Иисусе Христе не поделилась информацией с человеческой природой Иисуса Христа, информацией о том, когда Иисус Христос возвратится, то греха в этом никакого нет. Ни со стороны Отца, ни со стороны Сына, ни со стороны Святого Духа. Но если мы говорим об искушении и согрешении, то это совсем другое дело. Вот предположим, искушается человеческая природа Иисуса Христа, и в этот момент его божественная природа просто наблюдает все происходящее со стороны и говорит, ну, делай, что хочешь. И даже при этом у Иисуса нет первородного греха, он не совершил никакого греха. Но вот посмотрите, если божественная природа просто наблюдает на все происходящее со стороны, на все, что происходит с человеческой природой, то тогда Иисус, быть может, и мог совершить какой-то грех. Но если Иисус совершает грех, то в этот грех вовлекается не только его человеческая природа. В этот грех вовлекается вся личность Иисуса Христа. Помните о том, что Иисус совершает поступки как цельная личность, не так, как в какой-то момент Он ведет себя как Бог, а потом как человек, как будто Он и не Бог вовсе. Когда Иисус Христос что-то делает, Он делает это как Бога-человек. Поэтому, если Его божественная природа как бы просто наблюдает на все происходящее со стороны, на все, что происходит с человеческой природой, и человеческая природа при этом согрешает, то проблема возникает не только для человеческой природы, но и для божественной природы тоже. Получается тогда, что Бог, вторая личность Троицы, виновен в том, что Он совершил грех, и Он уже не может быть в роли Искупителя, потому что Он сам совершил грех, который надо искупить. И Бог понимает все это. Поэтому в этом случае, когда дело касается нравственных вопросов, то божественная воля не стоит в стороне, она вмешивается, чтобы гарантировать, что человеческая воля не совершит греха. Но тогда вы можете сказать, что ж, ну вот это все я могу принять. Мы не хотим, чтобы Иисус совершил и был виновен в каком-то грехе. Но ведь если Он не мог согрешить, как утверждает Церковь, тогда, ну, какой смысл вообще в искушении? Что ж, даже при этом смысл в искушении остается. Один богослов однажды сказал, «Непогрешимая воля может быть искушаема точно так же, как непобедимая армия может подвергаться нападению». Вот представьте, что есть армия, которая не может быть побеждена, но это не означает, что на нее нельзя напасть. Это не означает, что в этой армии солдатам нечего бояться, если вдруг им предстоит битва на следующий день. Конечно, кто-то из них может погибнуть в этой битве, даже несмотря на то, что вся армия остается непобедимой. Точно так же, если для Иисуса Христа невозможно согрешить, это не означает, что Иисус не может быть искушаем. И если вы внимательно прочитаете и посмотрите на искушение Иисуса Христа, как они описаны в Евангелиях, то вы увидите, что это реальное искушение, подлинное искушение. Вот представьте, Иисус постится 40 дней и 40 ночей. Он голоден. Я думаю, каждый из нас был бы голоден в его случае. И сатана говорит ему, «Обрати камни в хлеба».
И как вы думаете, неужели Иисус в этот момент не чувствовал никакого искушения? Конечно, Он чувствовал. Он был голоден, и мы бы были голодны тоже. Но даже если вы все еще настроены скептически по поводу того, а были ли искушения, которые описаны в Евангелиях, подлинными, то тогда посмотрите на то, что происходило в Гефсиманском саду. Это было далеко не игра. Иисус до этого не раз видел, как римляне распинали на кресте преступников. Иисус прекрасно знал, как это все выглядит и что это в себя включает. И класс, это была самая ужасная смерть из всех, наверное, возможных смертей, самая страшная казнь. И хоть при этом не затрагивается ни один из основных органов тела человека, ни мозг, ни сердце, никакие другие жизненно важные органы тела человека, гвозди проходят через кисти рук человека. Также гвозди проходят через ноги человека. И человек прибивается ко кресту. Крест поднимается вверх, и человек просто висит на палящем зное до тех пор, пока он не умрет. И, как я уже сказал, чтобы удостовериться, что человек страдает по максимуму, римляне делали все возможное, чтобы человек оставался в сознании. И Иисус должен был об этом знать. Вы можете сказать, ну да, но ведь Он знал о том, что через 3 дня Он воскреснет. Но это не означало, что распятие для Него будет пикником в выходной день. Это были мучения, это была агония, и Иисус об этом прекрасно знал. И это было подлинным искушением. Искушение было в том, чтобы избежать эти мучения. И тот факт, что Он Божий Сын, что Он не может согрешить, что Он знает, что воскреснет на 3-й день, все это не означает, что гвозди не причиняют боли, что рана от копья в его боку не будет болеть, а он просто будет чувствовать, что кто-то его там щекочет. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Вы можете спросить, но как он может быть искушаем, если он непогрешим? Но искушается та часть его личности, которая погрешима, которая способна чувствовать искушение, это человеческая природа. Вы скажете, но ведь это все абсурд, ведь при этом отделяется божественная природа от человеческой. Нет, не отделяется. Вот позвольте привести вам пример, почему единство сохраняется. Вот представьте, что после занятия мы с вами сегодня идем на спортивную площадку, на футбольное поле. И вот мы играем с вами в футбол, бьем по мячу. И вот представьте, что кто-то наблюдает за нами со стороны. И нам говорят, молодец, хороший удар, ты хорошо ударил по мячу. То как бы вы отреагировали на такое замечание? Сказали бы вы, нет, это не я, просто нога у меня хорошая. Мой ум не бил по мячу, и воля моя не била по мячу, мой локоть не бил по мячу, и лоб мой не бил по мячу. Это моя нога, она ударила по мячу. Что ж, неужели неправильно говорить, что человек ударил по мячу? Конечно, можно. Мы понимаем, что вы ударили по мячу, потому что у вас есть та часть вашего тела, которая способна ударить по мячу. Так? Но в чем это отличается тогда от того, что происходило в случае со Христом? Просто Христос обладал большим онтологическим набором, если можно так сказать, чем вы и я. Иисус плакал.
Неужели это означает, что вода текла из-под его ногтей? Конечно, нет. Мы прекрасно понимаем, что когда он плакал, когда плакал Иисус Христос, то слезы текли по его щекам из его глаз. Именно так плачет каждый из нас. И вот идея о том, что хотя Иисус не погрешим, но все-таки может быть искушаем, потому что Он имеет человеческую природу, и именно эта Его часть может ощущать на себе искушение. Эта идея не более странная, чем если мы говорим, «Да, твоя нога ударила по мячу, но также можно сказать, что и ты сам ударил по мячу». Просто мы не обладаем таким онтологическим набором, как Иисус. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.